Здравствуйте, это программа «Ревью», и мы начинаем. Назима Джанибекова попала в финал шоу «Песни». Ох, и не зря Тимати делал ставки на нашу красотку. Звезды шоу-бизнеса, в свою очередь, стали активнее агитировать народ голосовать за землячку. И между делом вспомнили, какой была жизнь поп-дивы до участия в проекте. На полуфинале Назима выступила в дуэте с потенциальным боссом. После Тимати признал, что работать с казахстанкой – сплошное удовольствие. И не пропустить «Мамаситу» в финал будет творческим преступлением. У меня практически не бывает фаворитов и так далее. Это правда. Но фаворитка одна все-таки попалась в команде. Я думаю, что... Ты проходишь финал, и ты в тройке. Но еще до Тимати талант Назимы отметил Адильян. Телеведущий даже было хотел предложить ей контракт. Нам не до сна, и от любви схожу я с ума, чумачечая весна. С Назимой мы познакомились, когда я вел проект «Жилдызар Фабрикасы», «Фабрику звезд», да, и она была там одной из финалисток. Уже тогда она отличалась харизмой, у нее был чудесный вокал. И расскажу вам, даже когда у меня возник конфликт в группе, которую я продюсировал, «Бионик», да, мы ее вот рассматривали как одну из солисток. Да, вот я в свой проект хотел ее пригласить. Певец Кентал и вовсе был приятно шокирован, когда увидел свою названную сестренку на большой сцене, да еще и в сексуальном прикиде. И она стала женщиной, она стала, я не знаю, она прям... Ну, она дает то, что хочется нам, мужчинам. Вот видеть этот, эти флюиды. Если мы всегда будем говорить, вот она одела шорты, уят, бардемея, там, то не так сказала, то не так сделала, мы просто сами себя будем губить. Мы должны поднимать свою культуру, а не опускать ее на уровень плинтуса. И в этом есть, конечно, большая загвоздка. Поэтому звездные земляки Назимы вместе с поклонниками все пальцы стерли, отдавая за нее голоса. Сам проголосовал, да, это сложно, когда там какая-то замороченная система, но я все-таки отдал свой голос за Назимы. Да, конечно же, да. И у меня друзья, все мы работаем над тем, чтобы ее поддержали, да, проголосовали за нее. Чья фан-база в итоге окажется мощнее, станет известно уже 2 июня.